Твери начали работу межведомственные комиссии по приемке отремонтированных объектов уличной дорожной сети, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это финальный этап ремонта каждого объекта дорожной компании. Организована межведомственная комиссия по приемке объекта ремонта, проезд от улицы 2 Красина до микрорайона Радужный, включая улицу Цветочную. Комиссии проверяются исправления подрядчиком выданных ранее замечаний. Также смотрится объект в целом. Комиссия сегодня состоит из представителей надзорных органов и представителей общественного контроля. На следующей неделе запланировано проведение межведомственных приемочных комиссий еще на 4 объектах по Заволжскому, Центральному и Пролетарскому районам. Кроме того, сейчас на завершающей стадии находится работа по улице Односторонняя, Маршала Конева и 2 Грибоедова. На объектах уже проведены проверочные рабочие комиссии. В ближайшее время здесь также пройдут межведомственные. Напомним, что в Твери планируется отремонтировать 20 улиц города общей протяженностью порядка 25 километров.